Сегодня тот самый день, когда Андрей скажет самые сокровенные слова своей возлюбленной. Сегодня тот день, когда она ответит ему взаимностью. Настал тот день, когда вы перед лицом своих друзей, своих родных, близких, перед лицом своих дорогих родителей заявите на весь мир о своем взаимном желании быть вместе. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Хочу сказать, что тебя люблю и постараюсь быть тебе хорошим мужем всю жизнь. Без тебя я даже вообще не могла представить, что такое любовь. Я обещаю, что буду чтить и уважать тебя. Всегда буду рядом с тобой. Я буду всегда прислушиваться к твоему мнению. Я всегда уважаю твое мнение. Буду блинчики тебе по выходу пить, которые ты любишь. Я обещаю, что я буду с тобой всю жизнь. И вот сегодня, 22 июля года 2017, я с огромной радостью объявляю вас, Андрей, и вас, Татьяна, мужем и женой! Хочу сказать спасибо всем. Без вас бы этого праздника не состоялось бы. Но с этого момента мы большая, одна дружная семья. То, что праздник подходит к концу, он только в этом ресторане. В наших сердцах он только начинается. Продолжится всю жизнь.